Ребята, всем огромный привет, такой быстренький обзор хочу показать. Купил вот такие гирлянды, тут у меня сейчас шумит кое-что, сейчас я вам все покажу. Но это гирлянды не елочные, видите, такие уличные гирлянды, там или для балкона, если у вас свой дом, знаете, там возле дома, на беседку. Но я купил, вот они открытые, для декора, потом я вам покажу, как я хочу украсить. Вот такие 4 цвета, они в зеленом, синий, желтый и красный цвет. Здесь 50 лампочек в розетку на 220 вольт. Вообще шикарные. Покупал я их в Юске. Очень доволен. Там еще есть такие бесцветные. Видите, показано. Цветные есть. Есть просто такие белые бесцветные. 50 LED лампочек. Очень доволен. Финские. Финны, а как это... Короче, скандинавский стиль. Так, вот такой. 600 гривен они стоят. Они всегда без акции. Там у них просто ценник стоит всегда... Всегда низкая цена. Вот, все. Теперь будем обзор продуктов. Ребята, тут у меня все шумит. Сейчас я вам покажу. Так, АТБшка. Взял вот такие вкуснющие куриные голени. Так, здесь у меня на 40 гривен получилось килограмм, ну тут чуть меньше килограмма, тут оно все шумит, сейчас я вам покажу. Гляньте, вот это моя мультипечка, и вот я уже одну упаковку готовлю, вот они у меня, красавицы, готовятся. Они очень вкусно получаются в мультипечи, не высыхают, но получается очень вкусная корочка и в середине очень сочное мясо, потому что в духовке они как бы высыхают, а так оно получается очень вкусно. Пакуют так до килограмма, вот мне получилось по 40 гривен, потому что вот здесь, видите, гляньте, и один раз наклейка, и второй раз наклейка, короче, хорошо я попал, только что приехал, и поэтому вечером всегда можно попасть на хорошую скидочку в АТБ. Так, две упаковки я взял, одна уже готовится. Ребята, гляньте, что я понабирал. Короче, ходил, это нигде не было в магазине. Я на кассах пособирал, все пособирал на кассах по 7 гривен эти батончики, сникерсы. Не знаю, сколько их здесь есть, даже не считал. Вот сколько было, все забрал с кассы. Все последние пособирал и две баунти взял по 7 гривен. Шикарно. Сникерс люблю больше, баунти тоже нравится, но сникерс, а твикс это вообще праздник. Так, взял один тук на эту, вместо семечек на киношку по 12 гривен. Это что, паприка у нас? С паприкой. Так, дальше. Ребята, какая-то новинка. Сандора выпустила вот эту новинку. Видите, даже написано. Новинка. Она тоже была по акции. 31 гривна. Тропик маракуя нектар. Так что попробуем. Замиксуем. Так, пакеты. 30 штук на 35-литровое ведро. 24 гривны. А дальше взял вот эти вот тряпки. Покупаю. Кстати, очень практичные. Никогда не знал, что эти тряпочки хорошие. 22 гривны. Вот такая тряпка. Она хорошо впитывает воду, ну и, короче, для дома. Так, дальше. Кажется, по АТБшке все. Все, по АТБшке все. Ребята, колы в АТБшке до сих пор нету. Горшки побила. Кока-кола с АТБшкой нема. Это уже пошел Новус. Так, был я в Новусе. Там уже все тоже, все идет к Пасхе, готовится. Ну, это такой вкладыш. Не знаю, тут у них спаржа по 430 гривен за килограмм. С ума сойти, дороже, чем лосось. Лосось по 390, а спаржа по 430. Можете себе представить? Ну, и цены. Так, ну это в сторону. Гляньте, какие красивые Пасхи. Кстати, я хочу... Ой, мне нужно еще кое-что купить. Я забыл. Ладно, это потом. Так, ребят, я вам обещал открыть вот эту коробку чая, когда я купил со скидкой за 50 гривен в Новусе. Я вам показываю этот очень вкусный чай. Вы знаете, что я любитель чая. Люблю очень утром чай с сыром. Поэтому я рекомендую, это не реклама. Просто так как я гурман чая, очень вкусный чай. Мне понравился. Ну, действительно, очень вкусный. Он мне получился со скидкой, тогда я его взял. Помните, я рассказывал, на него была скидка, еще у меня баллы были на карточке, поэтому он мне получился с хорошей скидкой. Всегда хотел его брать, но не мог взять, потому что он был дорог для меня. А сейчас на него посмотрел, 190 гривен, вот эта вот баночка стоит, представляете? А я его взял за 40 гривен тогда. Так что следите, если будет какая-то акция, можете взять даже на подарок для себя, если вы тоже любите чай, можете брать, не прогадаете. Так, ну это все в сторону, это не покупка. Я обещал, что вам покажу. Так, ребята, взял вот эти вот конфеты. Я их видел в Ашане когда-то очень давно. Еще очень давно я их пробовал. Их там три вида, кажется, есть. Это у нас с ликером, в черном шоколад с начинкой, вишневой начинкой. Темный шоколад. Очень вкусные. Они есть в такой большой коробке. Знаете, открываете коробку, каждая конфетка отдельно лежит. А это вот такой мини-формат. Сколько здесь грамм? Я даже не посмотрел, сколько здесь грамм. Так... Это я тоже взял со скидкой, друзья. Они по 100 гривен, но мне получились за 40. 190 грамм. Вот, 190 грамм.
190 грамм, со скидкой было, там срок годности подходил. Они вот, вот за что я люблю Нову, за то, что вот срок годности подходит, они не прячут, там, знаете, тоже не оставляют товар на полочке, а вот сразу клеят вот эти вот наклейки, и можно погулять по Новусу с тележкой и понабирать всяких таких продуктов со скидками. И поэтому и вот эти вот конфетки мне получились со скидкой 60% за 40 гривен. Я очень доволен. В Ашане они стоят, вот эта коробка, 256 гривен, я смотрел. Очень вкусные, поэтому я буду наслаждаться вот такими вкусными конфетами. Так, дальше, друзья. Сметанка у нас получилась за 15 гривен, 20%, тоже со скидкой. Дальше взял вот эту очень вкусная заправка картошки. Очень вкусная. Они сами делают. Ой, потекла уже. У меня потекла. Они сами делают эту заправку. А к чему я взял заправку эту? Я взял к этой картошке по-деревенски. Очень вкусная картошка по-деревенски. А здесь у нас сколько? Почти килограмм, по 36 гривен она мне получилась, тоже со скидкой. Там даже вот после 9 часов приходите, и можно тоже выцепить всякие вот эти их вкусняшки со скидкой. Так что это будет, наверное, на 2-3 дня мне точно хватит. Ребята, фету. Опять взял фету. Большие упаковки, конечно, продаются, я так понял, что очень, ну, люди не могут себе позволить большие упаковки. Берут 250-граммовые. А вот это вот 500-граммовая упаковка сыра фета мне получилась по 36 гривен, 60% скидки. Это тоже нужно следить за этим. Я полетел сразу, взял даже и не думал, буду делать вкусные салаты. Так, взял две упаковки, ну как две упаковки, две вязанки вот таких бананов. Они такие зеленые, но ставлю на подоконник 2 дня, и они уже подойдут. По 33 гривны у нас бананы, но со скидкой 40%, тоже очень хорошая цена. Так, и вот эти вот уже можно есть. Эти уже можно, ребята, кушать. А эти почем? Тоже, ну, в принципе, цена одинаковая. По 33 гривны. Взял свое немолоко, тоже со скидкой, срок годности просто подходит. Но молочко, не молоко, это не молоко. Рисово-ореховое. Смотрите, без лактозы. Сейчас я посмотрю, покажу вам. Смотрите, без лактозы, без холестерина, без сахара и без глютена. Для коктейлей, для моих этих коктейлей внутри булите, всегда тоже беру. Даже оно по скидке бывает в Новусе. Ну, акция на него по 36 гривен тоже можно брать. Но если со скидкой 60%, то чего бы не воспользоваться скидкой. Так, и еще, друзья, гляньте, какой я взял лавашек. Прям свежий, еще горячий, по 11 гривен. Вот такой огромный, огромный лавашек. Его тоже грею в духовке, и он получается как свежий, свежий с пылу жару лавашек. Это их выпечка. И вот такие три помидорки. Ребята, помидоры. Помидоры как точно на вес золота. Но это тоже для салата. Буду делать кулинарные шедевры. Так, курица моя уже там почти готова. Ну, не почти, а сейчас еще раз перевернуть. Еще раз перевернуть. Кстати, можно температуру поставить на 190 градусов. И получится очень вкусная корочка. Я люблю этот мультигриль. Очень классная штука, вообще шикарно. Здесь и рыбу можно готовить, и курицу, и даже выпекать. И картошка здесь получается фри, без масла, представляете? Картошка... О, выключилась, включаем еще раз. Картошка фри, без масла. Сейчас я поставлю картошку свою, вот эту, и будет супер красота. Пишите, ребята, что вы покупаете из этих продуктов, свои комментарии. Мне это очень приятно, когда вы оставляете комментарии, делитесь. Значит, все, такие мои покупки на сегодняшний день. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.